Компания Fishering Service основана в 1993 году в Калининграде. Продукцией компании является орудие лова. Южная Америка, Чили. Идя против ветра с нашим тралом, рыболов развивает скорость 4 узла. Северная Атлантика, судно «Адмирал Шабалин», вылов более 300 тонн в сутки. Судно «Маргарет», лов скумбрии в Северной Атлантике, улов от 300 до 700 тонн за троление. Основу экспорта составляют тралы собственной разработки, уникального дизайна, имеющие раскрытие до 250 метров по горизонту и более 100 метров по вертикали. Предприятие постоянно ведет разработку технологий и внедрение в массовое производство новых для России как материалов, так и стандартов качества. Поставки ведутся более чем в 15 стран мира.